Всем привет, ребят! Решил сегодня сделать вам обзорчик по поводу талантика «Священный огонь», которого можно было вытащить в коллекционере. В принципе, я думаю, все, кто хотел, вытащили. Там надо было очень много, точнее, очень мало самоцветов на это все дело. Сам талантик по себе очень кайфовый. Это один из новых талантов, который пришел на смену каменке. И, к сожалению, нам со временем все-таки приходится перекачивать. Конечно, каменка еще нормально смотрится, но этот талант дает, помимо уменьшения получаемого урона на 50%, 65% в жизни. Что немало, особенно для танков. Так, сейчас я вам покажу, на кого его можно ставить, на кого я поставил бы и поставлю в будущем, и сделаю еще дополнительно тесты. Давайте так, начнем с тех, что у меня уже есть. Итак, ворожай, в первую очередь на него есть смысл ставить, потому что это один из топовых талантов для него. Ворожай надо собирать на максимальный дав. Если раньше для него была нужна каменка, то сейчас священный огонь в любом случае надо менять, потому что проблемы были с Фрейей. Фрейя всегда ворожай сносит практически первым, поэтому и он проседает. Этот талантик для него обязателен. Если вы его выбили, даже не думайте, можете смело менять, не знаю, качать второго ворожая. Разницу вы можете увидеть, есть обзор. Дальше, Бигфут. На Бигфута тоже делал обзор, делал кучу разных обзоров на разных Бигфутов. Атакующий талант ему не нужен, ему нужен хороший деф точно так же. Он себя хилит, он замораживает, имеет иммунитеты. Плюс жизнь, он тоже танк, для него отлично он заходит. Дальше, Рину. На Рину обзорчик вот недавно был, можете тоже посмотреть. Отлично подходит, точно так же, как и Бигфуту. Где-то два одинаковых героя в этом плане, поэтому 100% да. Некрос. Донатный герой, которому в свое время очень неплохо подходила Огненка, она и до сих пор подходит, Каменка. Я показывал, как битвы гильдии проходил, то есть он не так шатается, но Фрейя, к сожалению, шатает. Любого героя тут вопросов нет, но вот с таким вот талантиком он будет у вас еще более выживаемым, так как он, как и все вот эти, которых я предыдущих сказал, имеет немало жизни, в районе 300 тысяч, поэтому ему он заходит. Стрелок. На стрелка я обзорчик вам сделаю попозже. Сам еще, честно говорю, не тестировал и хочу протестить, посмотреть, что и как будет. Но в любом случае, это как каменка плюс еще 65% жизни. Это тоже немало, скажем так. Повелителя бури обзорчик, думаю, с утра вы уже видели. Я его уже показал. Вопросов никаких нет, однозначно то же самое, что и для предыдущих героев, для него это топовый талант, нету смысла собирать на урон. Поехали дальше, на кого я бы еще посоветовал, возможно, у вас там те прокачаны, вы не хотите менять. Ну, я покажу так, в порядке, кому можно. Седна. Как видите, с каменкой жизни у нее не особо много, ей тоже это зайдет, если вы часто используете. На Рибита, ну, смысла нету, говняный герой. На Огнекрыла, в свою очередь, я думаю, прокачаю, тоже сделаю, посмотрю, как он будет смотреться с таким талантиком дефным. Так, Асура, Гаргул, это те, кого можно и нужно будет. Ну, Вольта можно тоже попробовать. Ну, я вам покажу таких самых востребованных. Так. Анубис однозначно, да. Анубиса с каменкой. У меня с каменкой есть вот такой вот. Тоже буду менять. 65% и дав намного круче. Так. Одержимый, как вариант. У меня с каменкой есть. Тоже поменяю. Жизнь для него приветствуется. Ридно есть, ворожей есть. Хранителю смысла нету. Фрэнки тоже можно. У меня Фрэнки тут с грубой, с бастионом и с каменкой был. Я показывал обзорчики, можете посмотреть. Сделаем тоже такого же. Возможно, дереву сделаю. Попробую. Как вариант. Хочу тоже это потестировать, посмотреть, как оно будет смотреться. Все-таки жизнь.
Ну, Афина такое себе. Ну, можно, но это уже такое. То есть, в первую очередь, вот эти вот герои можно на них ставить. Возможно, что-то будет другое, я вам это обязательно покажу. Ну, на сегодня вот так вот. Там заклинательница, ну, нету смысла, вы ее особо использовать не будете, как и всех этих остальных героев. А вот это такие герои, которые более-менее востребованы и будут очень интересны с этим талантиком. Так, ну что, давайте так пробежимся вкратце по этим героям. А повелитель уже у нас на таблетке стоит. Так, кто там у нас следующий? Стрелок. Вот так вот, ребят, видите, качали, искали каменки. Одна обнова, и приходится все опять менять. Бигфут, повелитель бури, ворожей. Кого мы там еще забыли? Рину. Вот такие вот герои, вот они 6 стоят все. Давайте в рейдике тестанем, посмотрим, что же получится. Вот видите, вражеская фрея все равно бьет ворожая, но он все-таки поживучий, 65% как-никак. Вот повелитель бури, тоже у него дефный вариант. Вот его слили уже. Так, дальше стрелок ворожей. Вот тут могут посливать, конечно, против фреи, нет приема. Плюс стрелок вражеский еще. Но герои намного дольше держится. Фрею ушатали. Проседают жестко, конечно. Но они не особо-то и собраны. Ну, смогли этих убить. Давайте еще разок в рейдике. И пойдем пооткрываем плюшки на честь пятилетия, которое у нас было. Я их закрыл, то есть я собрал, помимо того, что я собрал скины быстро, я вот за это все время смог собрать все плюшки. Я не особо там делал пропуска, то есть я так проходил по возможности, поэтому у вас тоже, думаю, была такая же возможность это все собрать. Так, ну что тут, стрелок, Анубис, ну тут такие себе. Сейчас, может, кого-то найдем. Огнекрыла нету. Хочется на их не крыло посмотреть. Блин, эти фениксы, похожи на их не крыло, летают. Вот даже так попробуем. Начнем с Бигфута. О, как видите, герои практически не проседают. 6 героев, всех плюс 65% жизни, плюс еще можно там поболее сделать, ну, вполне этого хватает. Так, ну что там, будет какой-то топ? Когда не надо, они есть, когда надо, никого нет. Давайте через рейтинг сейчас нападем на кого-то. Вот агрессор есть. Ну, хоть тут посмотрим. Сейчас сольемся. Без питомцев. Да, видите, урона даже. Ну, держится, что-то там держится. Повелитель бури все-таки улетает первым. А, там Фрейя уже готова. Подошли мы к Фрейе. Минус Рину. Ну, против Фрейя тут вариантов. Надо только Огнекрыл будет. Так.
Окей, в принципе, моя задача была вам показать, кого поставить, на ком он будет тащить. Обзоры вы можете отдельно уже посмотреть. Поехали. У нас есть 400. Где там они? Вот они, 400 особых подарков. С них падает и слизняки. Расходники, в общем, приятные, плюс самики. Сейчас посмотрим, сколько нам 400 упадет. Сейчас все 400 откроем. Какой же нас бонус за этот месяц ждал в самых... Ну, КГшки еще сможем посмотреть. Остальное у меня как бы есть, поэтому в этом не особо будем это смотреть. Самое основное — это КГшки отсюда. Уздочки почета. Такое. И посмотреть, сколько КГ, сколько самого дадут. Вот это тоже интересно. Где-то скоро уже будет у нас обнова со скинами совсем. Тогда мы уже с китайки с вами протестируем на максимум все. И посмотрим, как оно выглядит. Ну, слизни неплохо дают, я вам скажу. Для прокачки очень-очень интересная акция. Тем более она вспомогательная, если вы регулярно фармите свой аккаунт. Вообще просто изи будет. Почему нельзя все сразу открыть и все? Не добрались они еще до хотя бы по 100. Стаки увеличили, а возможность открытия нет. Окей. Ну что, смотрим, что у нас получилось интересного. Так, тут у нас 320. 600, считайте. 8000 кхшек. Такое себе. Так, это значки почета. Фигня, в принципе. Так, самое интересное. Самоцветы. Смотрим. 2700. 2800. Ну, в общем, около 3к. Ну, честно сказать, такое себе. Слизни, я не знаю, сколько там получилось. Вроде нормально слизни падали. Все остальное такое себе. В общем, такая вот, ребята, акция у нас была. Не знаю, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ну, как бонус, в принципе, неплохо. Самое основное там было собрать скины. Я думаю, что все с этим справились и сделали это в первую очередь. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыла. Всем пока.